Ни для кого не секрет, что социальные сети довольно тесно вошли в жизни людей по всему миру. Социальные сети – это мощнейший ресурс, который используется как для общения, так и для продвижения любого бизнеса, продукта или услуги. Давайте рассмотрим три категории людей, которые используют социальные сети в своих интересах, и насколько эффективно это взаимодействие для обеих сторон. Возьмем первую категорию людей – это большинство пользователей социальных сетей, которые находятся в социальных сетях часами, и коэффициент полезного действия которых весьма невелик. Ведь просиживая в социальных сетях, люди тратят самое ценное в своей жизни – это время. А как известно, время – это деньги, а сколько люди зарабатывают, сидя в социальных сетях? Ответ очевиден – нисколько. На этом зарабатывают социальные сети, ведь хотим мы того или не хотим, мы просматриваем большое количество рекламы, за которую было заплачено рекламодателями, но при этом мы не получили ни копейки. Более того, рекомендуя социальные сети другим, своим друзьям и знакомым, мы также за это не получаем от социальной сети ничего, кроме благодарности наших друзей и знакомых. Возьмем вторую категорию людей – это консультанты сетевых компаний, которые используют социальные сети для предоставления информации большому количеству людей о своем продукте, услуге или бизнесе, для поиска партнеров и клиентов. Но, к сожалению, большинство сетевиков используют рассылку спама людям, которым эта информация не интересна, то есть необходима целевая аудитория, люди, которым это было бы интересно. Как найти такую аудиторию? Можно купить рекламное место в социальной сети, и тогда вашу рекламу будут просматривать те, кому это будет интересно. Но есть одно «но» – оплата за рекламу требует регулярных вложений, денежных средств, и у большинства таких возможностей нет. Можно ли назвать это взаимодействие с социальными сетями эффективным? Конечно, нет. Спам удаляют, чаще даже не просматривая его. Деньги на рекламу тоже не всегда имеются. Возьмем третью категорию людей – это бизнесмены и инфобизнесмены, которые сами создают или производят продукты и товары. По правде говоря, благодаря именно этим людям и их предприятиям развиваются и зарабатывают социальные сети. Вопросы, которыми задается эта категория пользователей социальных сетей – это какой бюджет нужен для рекламы и насколько реклама будет эффективна. И как правило, этот контингент тратит больше всего денег на рекламу, и не всегда она бывает эффективна. Что же делать? Выход есть. Теперь любой пользователь сможет с пользой проводить время в социальной сети, зарабатывая внутри социальной сети без каких-либо вложений, только лишь приглашая своих друзей и знакомых в новую уникальную с бесплатным входом социальную сеть и просматривая рекламу, за которую всем будут платить. Только представьте теперь за то, что раньше многие делали бесплатно, за это будут платить деньги. Теперь консультантам сетевых компаний не нужно использовать спам в социальных сетях, чтобы рассказать о своем проекте. Для этого внутри социальной сети эта категория пользователей может создавать абсолютно бесплатно рекламу. И нет необходимости тратить сотни долларов на рекламу, если у вас есть свой бизнес или услуга, о которых узнают действительно те, кому это интересно. А это тысячи участников социальной сети. Итак, знакомьтесь, новейшая уникальная социальная бизнес-сеть SBN Life, где абсолютно каждый, от простого пользователя до владельца собственного бизнеса, сможет полноценно как зарабатывать внутри социальной сети, так и продвигать свой продукт, бизнес или услугу абсолютно бесплатно. Сеть SBN Life – это бесплатная регистрация и никаких ежемесячных выплат, бесплатная реклама, бесплатные рассылки внутри социальной сети и, конечно же, возможность заработка без каких-либо вложений. Такого в Рунете еще не было, не упустите свой шанс. Для того, чтобы узнать более подробнее, обратитесь к человеку, который показал вам этот видеоролик. Социальная сеть SBN Life меняет мир социальных сетей. До встречи в социальной бизнес-сети SBN Life.